Уедет или останется? Таким вопросом задаются красноярские любители спорта, которые следят за выступлением легкоатлета Александра Минькова. Накануне он вернулся в Красноярск с титулом чемпиона мира и уже в аэропорту прокомментировал информацию о своем отъезде в Мордовию. О дальнейших планах звезды легкой атлетики знает Виктория Лопатайте. Не успел новоиспеченный чемпион сойти с трапа самолета, как здесь, в Красноярске, его тут же обступили с поздравлениями. В город, уже ставший родным, Александр Миньков приехал сразу с двумя большими победами на чемпионате мира и в бриллиантовой лиге. Александр Миньков в роли уже чемпиона мира. На старте главное не спугнуть удачу, хотя с таким рвением и скоростью к победе не стремился, пожалуй, никто из соперников. И вот он, победный прыжок на 8,5 метров, рекордный для России. Но главная победа, говорит спортсмен, ждала дома. Пока он отстаивал честь страны, у него родилась дочь. Естественно, домой летел с одной мыслью. Дочку свою увидеть, конечно. Мне прямо сейчас хочется. Поеду, помоюсь, оденусь и поеду в роддом. Отъезд Минькова на соревнования был омрачен новостью. Спортсмен планирует выступать за Мордовию. И по городу уже прокатились слухи. С Красноярском чемпион попрощается. И вот информация из первых уст. Выступать спортсмен будет в параллельном зачете. И уезжать навсегда не собирается. По крайней мере, дальше, чем на 500 километров. Я буду жить здесь долго и счастливо. Я так надеюсь. Но сейчас мы первый месяц окрепнем. И я думаю, минусинец поедет. Ближе на родину. Да, он красноярец, он минусинец. Он выступает за Красноярский край. Но сегодня условия в Мордовии, они объективно одни из лучших в нашей стране для того, чтобы заниматься легкой атлетикой. Там существует центр подготовки наших сборников. И это хорошо. И не надо этого бояться и стесняться. То есть теперь над продвижением спортсмена на мировой арене будут трудиться и наш край, и Мордовия. Как заверяют эксперты, положительно это скажется как на достижениях самого Минькова, так и на всей российской легкой атлетике. А пока, прежде чем двигаться к новым победам, Александру предстоит освоиться в новой роли папы. Кстати, дочь назвали Никой в честь побед чемпиона. Виктория Лопатайте, Марат Мухаметшин, 7 канал, новости 24.